хороший, блядь. Проверим, Ваня, протестим. Ты давай вперед, да. Вова на пани, блядь. Зашли в речку рыбную. Здесь вот тоже такие пороги эффектные. Проход до сюда. В принципе, по большой воде можем. А так сюда пешком только идут. Мы сегодня на лодке прошли. Венок, давай блёснами попробуем. Венок, таймень, что здесь яма, блин? Белая вода. Вот первая ступень. Она такая уже, не знаю, видимо, белая вода. С воздухом на водомете не поднимешься, а там вот дальше вторая ступень, там она реально уже не проходная, там, блядь, метра 3-4, наверное, перепад. Красиво. Здесь покидаем и будем как-нибудь спускаться отсюда. Там шевера, перекаты, мелко. Ну ничего, лодка идет. С прохватами, но идет. А? Конечно, без проблем. Здесь даже на 15 на водомете пройдет. Да. Вот. Поднялись на вторую ступень. Река рыбная, что сливается с козыром. О, смотри, вон, кариус, видишь, внизу. Вон, ходит, вон прям, видишь, кариус. Вон он, кариус, координирует. Да, вон, сейчас ушел туда, под это, под струю ушел. Ну, я думаю, мы сейчас вернемся, возьмем держаника. А что, здесь спускаться? Да нет, я думаю, смысла нет. Надо на плесах искать. Вот после порога, вот по плесам туда. Здесь никто не будет рыбачить никогда. А я мы смотри, какие. Да? Я вообще хотел туда сходить, под этот. Вот, когда, да, заканчиваются плесы и по перекату хотел вниз пройтись. Будет ли на перекат? Откуда на пол? Будет. Ну, вот, смотри, с той стороны тропа. А вот еще вот такая. Вот такая вот белая вода. Прям вообще жесть. За поворотом направо, там еще одна ступень. Я не знаю, метров, наверное, под 10, наверное. Пойдем еще туда? Да, ну туда я не пойду точно. Подъем. Здесь уже подъем крутой, в гору ползти. Этого достаточно. Итого, получается, вот, если смотреть по отношению к козыру, да, метров, наверное, на 20, на 30 поднимается, да? Вот первая ступень, там каскад, получается, перекатов, северов. Первая ступень. Километр метров 10, не меньше. Да. Вторая ступень, получается, вот она затяжная. И там за поворотом, вот там видно между деревьев, третья ступень. Метров 30 перепад, не меньше. Да и вода идет, смотри, там. Прям, блядь, шикарное место. Прям вот тут за палатку поставил. И нырять сюда, да?
нормально? Хорошо.